И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем экспериментировать в игре под названием Universe Sandbox 2. В этой серии мы с вами рассмотрим, ребята, я думаю, все симуляции, которые у нас присутствуют в мастерской Steam. Ну, не все, а выберем такие самые, наверное, интересные, по крайней мере, на мой взгляд. Это симуляции, связанные что-то с планетой Земля, либо симуляции, связанные с галактиками. Итак, ну что же, давайте не будем ходить вокруг да около, а сразу же приступим к первой симуляции. Вот, кстати говоря, да, вы можете уже видеть, у меня здесь запущен симулятор просто. Симулятор вращения нашей галактики, скорость просто колоссальная. 1.50 миллион лет в секунду. И можно рассмотреть столкновение галактики Млечный Путь и столкновение галактики Андромеда. Насколько мы знаем... Так, сейчас подождите, я остановлю. Нажму на паузу, вернее. Насколько мы знаем, что через миллиардов, этак, 7, наша галактика Млечный Путь и галактика Андромеда, ближайшая к нам галактика, они столкнутся. И то, что можно будет наблюдать с Земли, это будет своего образа колоссальным, таким, не знаю, портретом, можно так сказать, да? В общем, будет зрелище просто шик. Конечно же, как говорят, что многие планеты, звезды, при таком столкновении двух галактик они тоже будут сталкиваться и все прочее. Нет, на самом деле просто гравитационные силы могут их просто разбросать на много километров, на много световых лет друг от друга, или вообще выбросить даже за пределы новой сверхгалактики. Давайте проверим, посмотрим эту симуляцию. Правдива ли она? Запускаем ее, я не знаю. Я еще, честно говоря, даже не смотрел, не проверял. Я просто как-то, знаете, обращал внимание, что там есть какие-то симуляции, а что они из себя представляют, как-то не давал значению, не придавал, да, этому значения, скажем так. Ну что же, две галактики у нас сливаются в одну. Конечно же, будет огромный разброс, выброс звезд, туманностей, планет, экзопланет, всего прочего. Но, конечно, через много, опять же, спустя, наверное, миллионов, миллиардов лет, все сольется воедино в одну сверхгалактику. По-моему, симуляция действует против меня. Если ускорить время... Ну, как-то неправдоподобно. По-моему, вся галактика распалась какие-то на мелкие галактики, да, посмотри. Это что-то похоже более на большие и малые Магеллановые облака. То есть галактика разлетелась в разные стороны нашего космоса, нашей необъятной вселенной. Нет, что-то пошло, как говорится, не так. Так, что еще можно проверить? Давайте случайное столкновение галактик и посмотрим. Может быть, здесь произойдет то, что должно произойти через несколько миллиардов лет. Ускорим немножко время. Можно даже еще чуть быстрее. Помедленней. Стоп. Слияние двух галактик. Знаете, это я бы даже назвал огромным большим столкновением, огромным большим взрывом при столкновении двух галактик. Конечно, пейзажи, которые откроются нам, даже когда уже галактика Андромеда будет намного ближе
галактики Млечный Путь, уже пейзаж, конечно, на ночном небе, я имею в виду, будет намного красивее, интереснее и необычнее. Как-то странно опять себя повели две галактики. Подожди, ну, может быть, чуть ускорить время и посмотреть? Я думал, они сольются воедино, но нет, они также разлетелись в разные стороны. Скопление галактик. Так-с. Тут столкновение у нас происходит сразу, я так понимаю, нескольких галактик. По-моему, 6 галактик. Тут просто, я не знаю, мега-сверхновая галактика какая-то должна по своей сути произойти. Но, блин, все звезды и все прочее раскидывает просто на миллиарды световых лет. Не на миллионы, на миллиарды световых лет. Мне кажется, издалека, с какой-нибудь ближайшей галактики, смотреть это будет куда невероятней. Интересно. Да. Так, кольцо галактик. Что у нас это такое? Просто кольцо вращающихся галактик друг с другом? Или у нас будет какое-то столкновение? Давайте ускорим время. Я надеюсь на столкновение. Да, у нас будет столкновение. Это же здорово. Ну-ка, стой. Давай ускорим время. Ох, посмотри, как это невероятно. И с другой стороны, смотрится просто фантастическое. Да, многие звезды, как ты мог заметить, разлетаются просто в разные стороны. Произошло слияние галактик и ничего более. Но почему этого не происходит? Почему не происходит слияние двух-трех галактик просто в одну? Ну, я понимаю, что гравитационными силами должно разбросать многие звезды в разные стороны, но... Так, непонятно. Ладно, хорошо. Что такое местная группа галактик? Так. Местная группа галактик. Так, здесь он... А, я понял. Здесь у нас просто собраны группы галактик друг рядом с другом, которые мы знаем. То есть наш Млечный Путь... так понимаю, галактика Андромеда, да? Галактика Треугольник. А, нет. Большое Магелланово облако. Малое Магелланово облако. Хорошо. Так, эллиптическая галактика. Это мне не интересно. Мне хочется посмотреть все-таки еще раз на столкновение двух галактик. Галактики Млечный Путь и Андромеды. Это бы шикарно бы смотрелось с планеты Земля. Да, я повторюсь еще раз. Жалко, что люди не вечные. Можно было бы наблюдать много чудес и всего интересного на протяжении всей жизнедеятельности нашей планеты Земля, нашей галактики Млечный Путь. Конечно, наше Солнце тоже не вечно. И, возможно, в будущем нам бы пришлось искать новое место жительства. Потому что топливо нашего Солнца, оно тоже не вечно. Возможно, когда произойдет столкновение галактики Млечный Путь и галактики Андромеды, наша планета Земля и вообще Солнечная система будут уже мертвы. Да, это, скорее всего, будет самый наибыстрейший вариант событий. Так, сверхновая в галактике. Стой, подожди. Жмем на паузу. Вот тут мне хочется почитать. Сверхновая в галактике. Наше Солнце никогда не будет сверхновой.
Из-за своей малой массы она в конечном счете превратится в красный гигант, а затем в белый карлик. Однако в этой симуляции сверхновая срабатывает на Солнце, посылая расширяющееся облако газа наружу в галактику Млечный Путь. Ну что же, ух. Это, по-моему, было слишком как-то близко, нет? Если это будет взрыв нашей звезды Солнца, то есть взрыв сверхновой, ну, вообще, по размерам это как бы чересчур, мне кажется. Здесь должен произойти взрыв нескольких звезд сразу, чтобы получился вот такой эффект. И вообще, наша звезда Солнца, наша Солнечная система находится где-то в рукаве Ориона. Можно даже представить, что, допустим, здесь, но никак ближе к центру галактики Млечный Путь. Довольно интересные симуляции, есть о чем помечтать, есть о чем подумать, задуматься, почитать интересные статьи, посмотреть интересующие фильмы, документальные фильмы по поводу того, когда произойдет столкновение галактики Млечный Путь и галактики Андромеды, что будет, и вообще это очень интересная тема. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравилось вот такое краткое, информативное, может быть, видео, наше путешествие, наш эксперимент из мастерской Steam. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписка на канал, и наши эксперименты в Universe Sandbox 2 только начинаются, друзья. До новых встреч, пока-пока.